Здравствуйте! Новости Москва-Баку. Президент России Владимир Путин заявил, что планируется нарастить пропускную способность железных дорог в направлении юга страны. Об этом Путин сказал во время ежегодного послания Федеральному собранию в четверг. Будем наращивать пропускную способность железных дорог в южном направлении, что позволит активно использовать портовые мощности Азовского и Черного морей. В этом контексте проект международного транспортного коридора «Север-Юг», реализуемый Россией, Азербайджаном, Ираном, Индией и еще несколькими странами, является знаковым. Об этом накануне заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе российско-азербайджанского межрегионального форума в Минеральных водах, обсуждая грузоперевозки. По его словам, благодаря «Север-Югу» двусторонние грузоперевозки между Азербайджаном и Россией в 2023 году выросли более чем на 11%. По сравнению с предыдущим годом. Он также подчеркнул, что коридор обеспечивает оптимальную возможность для перевозки грузов из Южной Азии в Европу через территорию двух стран. В 2023 году в объеме грузоперевозок по коридору «Север-Юг» зафиксировали прирост почти на 17%, отметил Мустафаев. Внешнеторговый оборот Азербайджана и России в прошлом году превысил 4 миллиарда долларов. Это стало известно по итогам 12-го российско-азербайджанского межрегионального форума, завершившегося в Ставропольском крае, о котором мы уже упомянули ранее. В физическом выражении товарооборот увеличился на 30% до более 6 миллионов тонн, из которых поставки в Азербайджан 5,5 миллиона тонн, рост на 33%. Поставки в Россию более 1 миллиона тонн, рост на 17%. Между тем, комментируя итоги форума, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвыч отметил, что таких высоких результатов торговли удалось достигнуть, в том числе благодаря завершению реконструкции пунктов пропуска на российско-азербайджанской государственной границе, с увеличением их пропускной способности и развитием международного транспортного коридора «Север-Юг», частью которого является Азербайджан. Отмечается, что в деловой программе форума приняли участие представители из 21 российского и 5 азербайджанских регионов и свыше 700 представителей бизнеса. Кроме того, в рамках форума состоялись пленарное заседание, 4 круглых стола по актуальным темам двустороннего сотрудничества в сфере АПК, торговли, экологии и высоких технологий в промышленном секторе. Следующий 13-й российско-азербайджанский межрегиональный форум пройдет в 2025 году в одном из регионов Азербайджана. Сегодня в Берлине прошел второй раунд переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джихуна Байрамова и Арарата Мирзояна, в рамках которых стороны обсуждали текст мирного договора. Первый раунд прошел накануне в среду. Обе стороны не раскрывали подробности. Переговоры министров как сегодня, так и вчера прошли на вилле Борзик. В четверг, согласно сообщению пресс-службе МИД Азербайджана, между министрами и их делегациями были обсуждены позиции по положениям проектам двустороннее соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений. Отмечена необходимость продолжения дополнительной работы по некоторым ключевым вопросам. В рамках визита главы МИД Азербайджана и Армении встретились с министром иностранных дел Германии Анной-Леной Бербок. По ее словам, на данном этапе Армения и Азербайджан идут смелым и в то же время трудным путем к мирному договору. «Мы, как федеральное правительство, поддерживаем мирные переговоры везде, где это только возможно». Байрамов поблагодарил немецкую сторону за проведение переговоров между Азербайджаном и Арменией. Напомним, поручение провести встречу по мирному договору дали министрам иностранных дел двух стран, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров в Мюнхене 17 февраля. Европарламент снова принял скандальные резолюции против Азербайджана. Так, в двух документах по внешней политике и политике ЕС в сфере безопасности и обороны содержатся призывы о скорейшем введении санкций против Азербайджана и о приостановке действий меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству. Более того, мониторинговую миссию ЕС на границе с Азербайджаном, которая работает с февраля прошлого года, хотят не только расширить, но и продлить ее срок действия, а также разместить наблюдателей на границе с Турцией и по согласованию с Баку на азербайджанской стороне и в Карабахе. Европарламент призывает быть готовым ввести целевые индивидуальные санкции против политического и военного руководства Азербайджана и приостановить импорт нефти и газа в случае любой военной агрессии против Армении со стороны Азербайджана. Также предлагается приостановить переговоры о новом соглашении о партнерстве с Азербайджаном. В свою очередь, сегодня парламент Азербайджана осудил ежегодный отчет Европарламента и заявил о том, что в документе содержится предвзятый
взятые односторонние мнения относительно Азербайджанской республики. По словам парламентариев, тот факт, что в отчете указаны намерения передать Армении вооружение, не лучшим образом повлияют на мирный процесс и, скорее всего, наоборот, послужат обострению ситуации. Кроме того, как сказано в документе, есть целый ряд моментов, совпадающих с официальным Ереваном, что дает основание утверждать, что документ подготовлен под влиянием армянского лобби. В заявлении парламента также говорится, что этот документ, как и ранее принятые резолюции Европарламента, не имеет для Азербайджана никакого значения. МИД Армении направил ноту протеста посольству России из-за допущенных нарушений договора между Арменией и Россией в сфере медиакоммуникации. Об этом накануне заявил в парламенте министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Арепетян. По его словам, 26 февраля были получены сведения о нарушениях, которые, как он выразился, повторяются. Однако какого рода нарушения были обнаружены, министр уточнять не стал. Добавим, что в конце декабря 2023 года Национальная комиссия телевидения и радио Армении приостановила на месяц лицензию на вещание радиостанции ТОСПА, транслирующей передачи «Спутник Армения», информагентство «Россия сегодня». По сообщению комиссии, решение было связано с передачей «Пятница» с Тиграном Кеосаяном, в которой автор якобы допустил ироничные и уничижающие честь и достоинство страны и народа высказывания, не имея на то морального права, как иностранный гражданин. Тогда армянскому ретранслятору было запрещено месяц передавать эфиры российских коллег. Медиарегулятор также оштрафовал радио ТОСПА на $1200. Напомним, что Армения давно предъявляет претензии к российским СМИ, вещающим на территории страны. В октябре прошлого года в МИД республики даже был вызван посол России в Ереване Сергей Копыркин в связи с оскорбительными высказываниями, якобы допущенными на Первом канале. Кроме того, тогда же премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в нарушении межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. Однако власти Армении так и не смогли предоставить документальных подтверждений того, что российские телеканалы нарушали подобные соглашения. Азербайджан поднял в небо новые боевые беспилотники. Турецкие «Акинджим», принятые недавно на вооружение ВС Азербайджана, провели воздушную разведку и определили координаты наземных целей противника. Все это происходит в рамках учений, сообщили в Минобороны Азербайджана. До начала учебно-тренировочных полетов экипажи выполнили действия по приведению беспилотников в состояние боеготовности. Напомню, в начале февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил несколько военных объектов в Сальянском районе страны и понаблюдал за полетами турецких беспилотников «Акинджи». Еще больше информации читайте на нашем сайте Москва-Баку. Ссылка в описании под этим видео.